Так, снова всем привет. Чуть-чуть уже он повытаскивал деталей. Это Dragonfly. Dragonfly. Причина поломки. Вот тут вот что-то писали. Типа, ну я смотрю, тут вот припаяно, взяли провод прям на эту самую, на клемму напаяли. Какой-то бред вообще. Там пластиковый изолятор, пока грели, могли изолятор подплавить, он мог... Ну, короче, сейчас буду смотреть, что с ней. Вот, прошу обратить внимание, машиночка вся чистенькая. Вот буферочек даже, ну, то есть, либо ее вообще не мазали, варианта два, либо за ней просто хорошо смотрят, ухаживают. Сейчас достану. Вот, обычно он черный, грязный, это вот все чистенькое. В общем, машиночка чистенькая, хорошенькая. Люди бережно относятся к машиночке. Так, давайте, наверное, не буду выключать. С вами разберем ее. Вместе. Посмотрим, чего там у нас поломано. Что поломано, что не поломано, все посмотрим. Опа. Все посмотрим, поглядим. Так, пошла теперь это. Что там? Какая-то пыль непонятная. Металлическая. Сейчас посмотрим, что тут напаяли нам. Супермастерам. Ё-моё, оно прикипело тут. Конкретно, братан, прикипело. Да, ее хорошо видать. Да, наверное, грели эту ерундовину, хотя нафига ее было прям... А, наверное, знаете что? Я понял. Кусок провода, который был отломленный, он там внутри и остался. Они, видимо, вот здесь вот, вот пайка, наверное, сюда этот отломанный кусочек приляпали. В общем, сейчас... Разберем, тогда будет видно, что тут куда подпаяли. Оу! Так, так. Сейчас посмотрим, чего это она у нас не работает. Да, наверное, так и сделали. Так, она сюда в отверстие пройдет. Шиш, да? Досадно. Придется греть паяльник. Блин. Ну тогда я вас отключу на некоторое время. Так. Так. Чуть-чуть, видите, подзалитая капельку. Но это, наверное, неизбежно. Все, она туда брызгает, летит. Вот какая-то стружка, что я говорил. Она может коротыши давать. Коротыши — это короткое замыкание. Что, моторчик, можно сказать, чистенький. Вот эта капелечка. Очень часто попадает такое залитое аж, и вот здесь вот аж булькает. Это чересчур. Это, в принципе, нормальненько. Так, сейчас снимем еще эксцентрик.
Теперь, наверное, включим. Что нам тут расскажет мотор? Крутит? Что он может нам рассказать? Крутить. Так, где там я был? Провод вот в таком силиконе. Термостойкий провод. Силиконовая изоляция. Сейчас положу, поищу. Где-то были у меня кусочки небольшие. И, наверное, такой же сюда я и припаяю. Проводочек. Так, что еще тут мы можем лицезреть? Ну, там внутри подтереть и все, в принципе, смысла лезть ковырять туда нету. Так. И больше смысла ковыряться там нету. Потом при сборке трошки смажу. Трошки. Трошки немножки. Так. Сейчас дуну сжатым воздухом. И будет все хорошо. Так. Я не знаю. Есть смысл снимать, как я буду перепаивать? Наверное, нет. Я уже, наверное, включу видео, когда уж соберу ее, да и все. Вот. На этой ноте выключаю. Так. В общем-то, все. Проводок заменил. Нашел причину. В общем, пробой изолятора был. И теперь машиночка у нас на ходу. Тенс. Так. И вот так. Тенс. Где тут плюс? Вот он. Вот так. Отправится эта машиночка к своей владелице. Я так понял, девочка-владелица. Что-то писал и парень, и девушка. Поедет машинка в Старый Оскол. Горняк. Город Старый Оскол. Белгородская область. Так, ну вот. Всем пока.